«Ухуру, уходи!» – так скандируют на улицах Найроби сторонники кенийской оппозиции. Они протестуют против результатов прошедших в стране президентских выборов, считая, что они подтасованы. Волнения начались и в городе Кисуму, оплоте лидера оппозиции Раила Одинга. «Пусть воцарится мир, и он воцарится тогда, когда выполнят наши требования». В выборах победил действующий президент Ухуру Кениата. По последним данным, он набрал 55% голосов. У оппозиционного кандидата Раила Одинги 44%. Он утверждает, что компьютеры избирательной комиссии взломали хакеры, подтасовав результаты голосования. «Мошенничество на выборах и подтасовка результатов масштабное и охватывают 47 округов. Вы вскрыли обман. Ухуру, уходи домой». Одинга призвал своих сторонников сохранять спокойствие, но отметил, что не контролирует людей. Между тем, избирательная комиссия заявила, что голосование было честным и свободным. Однако теперь она выясняет, была ли взломана ее компьютерная программа. 10 лет назад Одинга также баллотировался в президенты и проиграл своему сопернику с небольшим отрывом. Тогда он призвал своих сторонников к протестам. Они переросли в межэтнические конфликты. Погибли более 1000 человек.